Внимательность не дремлет при раздаче, и мимо миски не подсунут борщ. При голоде отчаянном тем паче, когда скелет обглодан, мертво тощ. Так как же можно проповедь не слушать, в храм Божий не бежать, лететь аллюром? От благовестия лишь возродятся души, от сакли захудалой до щукчи в мерзлой юрте. Вниманием не будь к святому обделен, протиснись в первые ряды от суетливых. Приблизься к слышанному и не будь далек, присвой на душу благодатность ливней. На невнимательного скука, зевота, в смежении век лишь контуры в тумане. Уж лучше ущипнуть себя и встать, рот не закрытый, многих ли обманет. И на молитве вспомни, сколько раз дремал старообряд самотупелым. Себя терзай, чтоб видеть без прикрас, о, сколько же плодов гнилых, неспелых. От невнимательности дыры и огрехи, повторные ошибки, промахи, провалы. Зря не чирикай, вор из-под застрехи, упущено, как в прорву, и немало. А соловелые зенки не закати под лоб, проси огня внимания и живость. В овечек преврати упрямейших козлов, в прямую линию протянется, что криво. Что слышишь и что видишь, обрати к себе, примерно собственную шкуру и хребет. Без завтрака оставшись, не пропусти обед, и ужин мимо рта да не пройдет. К вниманию Спаситель всюду призывал, и бодрствовать апостолы настойчиво учили. Душа в сонливости во всех делах завал, у бодрствующих разум сверкает на точиле. 25 октября 2007 года.